Каждое третье воскресенье августа в Казахстане отмечается День спорта. В этом году местные атлеты принесли в копилку области около 400 наград различных достоинств. За каждой медалью стоит кропотливый труд тренеров, наставников, медиков и не только. В канун Дня спорта всех причастных к этой сфере от имени главы региона поздравил его заместитель Рустем Курманов. Сегодня в Северо-Казахстанской области ведется строительство свыше 10 новых объектов. Это физкультурно-оздоровительные комплексы, крытые хоккейные корты и другие спортивные объекты. Продолжается реализация государственного спортивного заказа. Стали традиционными и массовыми различные спартакиады и областные турниры. Благодаря этой работе в регионе более 215 тысяч человек, или свыше 40% от общего числа населения, активно вовлечены в спортивную жизнь нашей области. Отмечу, что в разрезе всех регионов Северо-Казахстанская область занимает третье место по проценту граждан, которые занимаются спортом. В 2023 году в области начато строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в селе Келлеровке Тайншинского района и в Петропавловске. В селе Кишкиниколь Улихановского района возводится плавательный бассейн. Крытые хоккейные корты строятся в Акжарском, Жамбулском, а также в районе Шалакына. В области функционируют 8 профессиональных спортивных клубов и 27 детско-юношеских спортивных школ, где занимаются будущие чемпионы. Свой вклад в их подготовку много лет вносит Антон Лопатин. В канун профессионального праздника заместитель руководителя областной специализированной ДЮСШ Олимпийского резерва по боксу получил почетную грамоту от имени главы региона. После первого набора, который был 2005-2007 год, я подготовил одного спортсмена. Вот в свое время он как бы неплохо выступал на республиканской международной арене. Это Илюбаев Азат Сандыбаевич. Вот, он был чемпионом Казахстана среди кадетов, финалистом чемпионата Азии среди кадетов, неплохо выступал в молодежном боксе, выигрывал международные республиканские турниры. В честь Дня спорта наградами отметили несколько десятков работников сферы. Завершилось торжественное собрание концертной программы. Дарья Пашманцева, МТРК.